Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили два подпольных предприятия по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Общая сумма изъятого имущества составила свыше 36 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту незаконного сбыта акцизных марок алкогольной продукции, сотрудники полиции провели 17 обысков. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции обнаружили две линии по разливу алкогольной продукции, более 2 тонн жидкости с характерным запахом спирта, также более 3000 акцизных марок и более 50 тысяч бутылок готовой продукции. В настоящее время установлено 3 организатора незаконного бизнеса из числа жителей республики. Подсчитывается ущерб, причиненный законным правообладателем торговых марок, а также проводятся мероприятия по установлению мест продажи фальсификатов.